Здравствуйте, Александр. Так, что у нас с ним? Короче, 2 дня назад в магазин доехал. До этого ездил, главное, 3 дня назад. Приехал, поставил все. А что вы разбирали? Ничего не разбирал. Просто предохранитель посмотрел и провода посмотрел. Ого, так вы тут всю косу разобрали. Да она была так, там вон кусок кожуха был, блядь, на нем. Ага. Тут, ну, видать, до этого лазили. Угу. Так, дайте ключ тогда, посмотрим. Блин, просто так опасно блок лежит. Я его вчера просто положил и все, он никуда... Плюсовое, ну, надо что-то подложить. Крутит стартер, не? Стартер крутит. Опа. Так. Угу. Человек горит, стартер крутит. О! А сигнализация есть какая-нибудь у вас здесь? Есть. Сигнализация стоит, а это что? Я вчера менял датчик распредвала. Хотел поставил другой. Попробовал мой. Она завелась 2 дня назад. Угу. И заглохла, и все, и пиздец. Вот она не завелась. А включите зажигание там, пожалуйста. Так, сейчас, подождите минутку. Крутите. Крутите. Стоп. Импульса нет. Так, сейчас еще раз. Так, Nissan Primera. Сейчас посмотрим схему. Короче, вы, получается, покрутили... И она перестала работать, да? Да, она завелась. Угу. Секунды 2-3 она заглохла. Парнишка подсоединял этот планшет. Ну-ну. Планшет. Ну и что? И что-то обрыв цепи питания, датчик распределил. Посмотрим сейчас диагностику. Так, датчик кислорода, клапан, контроль, лямбдозон, реле топливного насоса. Скорость вращения двигателя. Ага. Все, вижу. Сейчас крутите. Стоп! Так, 2, и плюс появился. Какой-то, блядь, слабый, что ли, плюс. Смотрим, где у нас минус. Так, минус вижу. Минус у нас посередине, да? Минус посередине. Плюс где? Так. Там зажигание не выключено. Включите, пусть будет. Включено? А прокрутите сейчас. Плюса нет. Блок управления двигателем смотрим. Так, это у нас что? Это разъем. Катушки зажигания смотрим. Так. Зеленый у нас плюс.
третий у нас с блока. Третий с блока. Красный с белым. Это значит будет минус. Так. Должен быть что ли. Первый должен быть плюс. Первый должен быть плюс с реле. Плюс с реле. Так, попробуйте. Короче, где-то в проводке наебнулся плюс. Сейчас я проверю еще одним моментом. И надо будет все искать. Да, тут плюс после реле. Его нету просто. Где-то отвалился или... Да. Давай, давай, давай. Газоните чуть-чуть. А, на трех цилиндрах. Все. Все, глушите. Так. Ну что, товарищ? Кофе есть тут, делаю. Кофе? Да. Здесь откуда кофе? Не, ну тут, если рядом проехать кофе. Или у вас не продается тут на территории? Нет, тут все. Вот здесь вот есть, но я не пробовал, правда. Хороший, не хороший. Это плюс на приходит. Я как-то, блядь... Это знаешь, вот... Это я вот только что сказал про плюс, и все люди говорят, да. Нет, я знал. Я тебе... Ну, понятно. Не в этом. Он просто... с моторчиком, он говорит, у тебя где-то коротыш. И мотор сейчас лето, хули. Ну, это не коротыш, это где-то плюс отгнил, либо если бы коротыш был, горели бы у тебя предохранители. Так, смотрим, К37, реле, система управления двигателем. Короче, с главного реле у нас отхлебнул. Соответственно, у нас один плюс должен быть на втором контакте и на седьмом. И еще плюс вот дальше пошел. Вот у нас блок, как его, блин, развернуть. Вот у нас катушки управления двигателем. 20-й пред. Сатый предохранитель. Но я мерил, там все было. Повторно домой ехать, ебать, дом тоже делов нахуй. Ну вот, спокойно заедешь. Машина, блядь, нужна под руку. Сейчас домой приеду, оставил вообще на поезде, блядь. Жена права получит, блядь. Ясно. Тоже надо. Не вижу. Первый, второй — это управление с блока, бля. Вот он. Вот он, реле. Так, значит, там я почти его нашел. Кабель трекер. Вот тут. Главное реле вот у нас находится, бля, где? А вот оно, коричневое. Ну он, блядь, как-то. Сейчас я померю, приходит на него тут. На него вообще плюс перемычкой или нет, тогда будет все понятно. 107 красный. Так. Включи, пожалуйста, зажигание. Это у нас красный, да? Угу. 1,3 вольта видим. Здесь вообще 0,5. Вот сюда должен плюс пойти. Так, здесь, так, угу. Ну-ка попробуй зайти. Стоп.
Нихуя. Значит, плюса нет. Плюс просаженный, блядь. Еле-еле светится. А он идет туда, да? Там где-то, короче, где-то гниль, блядь. А вот у нас. И все сошлось. А вот сейчас попробуй заведи. Сейчас проверим. Да. Ну вот. Получается, у нас зеленая вот эта линия нормально. Провод. А красный, короче, от блока глуши. Получается, у нас красный вот этот. Вот смотрим сейчас, какой зеленый. Шестой контакт. Он у нас, блядь, какой-то, он где-то, он сгнил. Будем смотреть вот этот промежуточный разъем, блядь. Промежуточный, да, дойти до промежуточного разъема. Так, там выключено, да? Зажигание выключено, да. Все, пусть выключено. Я просто на хомут его обмотал, поставил. Ну ты, короче, его поставил. Я понял. Ну вот он должен пойти по низу и до блока предохранителя. Вот он. Вот он этот. Понял? Красный с черным. Вот он. Здесь он у нас целый. Короче, надо снять бачок. Поднять вверх. Так, подожди. И, блядь, фару желательно. Фару сниму. Угу. Давай хотя бы фару сними. Короче, пока вот в этом районе. Твоя фара, на нем вот этот пучок заменили. Короче, вот окисленно нахуй все было. Ага. И оно минус не было. Массы не было. Но здесь вот масса. Масса прикручена. Он ее на это поставил бы там. И все нормально стало. Все нормально стало, да. Не говорил. Блядь, синяя изолента это. Что-то что-то, блядь. Блин, понятно. Так, сейчас. Подожди-ка. Вот этот провод, блядь. О. Видел? Нет, я видел. Ну вот он. О, сейчас. Вот. Да. Вот еще, видишь? Я же снимал, блядь. Да она там. Надо надавить столько. Это просто кикс. Кикс-бэкс. Разобрался. Ну понятно. Ты же меня и вызвал, чтобы я разобрался. Просто он уже с блока может другой выходить. Ну, то есть другой расцветки. Ну вот он. Может он. Скажи-ка. Сейчас мы проверим еще вот здесь. Подошел задвергал контрольки. Попика-попика. Все это распредвал. Ага. Нету питания. Датчик надо менять. Датчик?
дачу распорядовал. А у меня тут знакомый, все тоже электрик. По грузовым так больше. Ага. И чё? Агент взял, плюс на аутосигнальный кинул. С аккумулятора, например. Угу. А Серов говорит, блядь, ты ебаный мозги здесь можно. В чем проблема, шеф? Видишь, тут кто-то когда-то полез там. Но. Блядь, время не щадит нихуя. Грелся, хуй знает. Ну, видно, это ребят тоже. Прокладку поменяли, блядь, все заебись. Тут это вырезало нахуй. Вообще, я читал у них, вообще, блядь, больно замутрено все. Да, проводка тут да. Проводка непонятно как и куда идет, блядь. И с какой стороны, блядь. Надо покупать нахуй. Ну, да, 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 есть на. Вот он. Вот он. Пошел дальше. Но этот час я сделаю провод. Во! Смотри. Обломился? Вот он. Видишь? Вот так, бляха. Такие вот друзья, блин, товарищи, дела. Все, сейчас это все делаю, чиню. Ну вот, аппарат работает. А, вот, омыватель заработал, видишь, отгнил. Чек потух, чек нет, висит. Чек, ну сейчас я это чек подключу, скинуть ошибки просто. Глушать? Ну да, глуши, все работает, все собрали. 2-3 месяца. Все отлично. Да, что-то, да? Ну да.